от всего коллектива автошколы и от нас лично хотим поздравить всех ветеранов с днем Великой Победы, 9 мая. И ее годовщина 75 лет. Сейчас мы едем поздравлять ветерана, который прошел эту войну от лица нашей автошколы и от нас лично. Здравствуйте. Праздником. Республиканская горловская автошкола ДСАФ поздравляет вас с 75-летием Победы. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. И чтобы еще на столетие у вас здесь выбили по своей работе. Хорошо, будет. Значит, это соцобязательство. Машине нравится. Уже 96. Великолепно. А 97. Поэт известный, как сказал, и пожелал нам. Не до старости, вам без старости. Год от года расти, вашей бодрости. Значит, до 100 осталось 4. Проживем рад. Обязательно. Все. Вот. Позвольте еще раз пожать руку. Полторы 100 грамм, это от нашей автошколы. То же самое. О! Флажочек. 9 мая. Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Вас. Может, как раз это пользуясь случаем, вы стихами сказали, и я скажу стихами. Значит, смотрите, вот есть песня этого самого Тухманова «День Победы», да? А есть песня, значит, Андрей Дементьев написал, тоже «День Победы», вот, и которую, значит, исполнил болгарский певец Бисер Киров на 850-летие Дня Москвы. Сейчас сколько ни пытаюсь найти эту песню в интернете, не нахожу. Я просто сейчас стихами расскажу. Значит, смотрите. Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я вижу по ранней твоей седине, как юность твоя начиналась сурово. Отец, расскажи мне о друге своем, которого больше не встретим мы в мае. Я помню, как вы пели вдвоем военные песни притихнувшей маме. Отец, я их знаю давно наизусть, те песни, что стали твоей судьбою. И если тебе подголоски сгожусь, давай мы споем эти песни с тобою. Я часто ловлю твой внимательный взгляд, когда ты глядишь на друзей наших шумных, а годы, как старые раны болят, ведь с этой войны началась твоя юность. Отец, раздели со мной память и грусть, как тихие радости с нами ты делишь. Позволь день победы, я рядом пройду, когда ордена ты, волнуясь, наденешь. Позволь день победы, я рядом пройду, когда ордена ты, волнуясь, наденешь. Вот эта песня Бисера Кирова, найти ее, тоже день победы, до мурашек. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Днем победы! Днем победы! Ура! Да, там стоит ключевые бабушки. Днем победы! Они потом покричат. Великим поздравляю! Спасибо! Поздравляю вас с великим всенародным праздником День Победы! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, счастья и любви. А еще скажу я вам, нет греха в том, чтобы быть счастливым. Я желаю всем и каждому в отдельности по-своему искать и находить свою синюю птицу, которая на крыльях своих принесла бы вам счастье и всеобъемлющую любовь.
А еще я вам немножко расскажу о былом и настоящем. Немножко. 13 апреля 1945 года советская армия овладела столицей Австрии Веной. А 8 мая наш бронированный вагон, на вышке которого установлена зенитная полутактическая пушка, стоял на запасном пути Ленского вокзала. На привокзальной площади и подъездных путях к вокзалу тысячи живой силы и военной техники. По громкоговорящей связи передаются краткие военные сообщения. Небо чистое, и наш расчет пушки занимается кто чем может. Вдруг передача. Внимание, внимание, передаем важное сообщение. Фашистская Германия капитулировала. Конец Второй мировой войны. Что тут было? Словно ветром наш расчет пушки бросила на вышку команда бронебойными, осколочными, салют. И мы дали салют в честь окончания Второй мировой войны. Но нам было видно, что делалось на площади. Люди целовались, обнимались, возгласы. Жив! Конец войны! И правда, были такие русские словечки, что я стесняюсь произносить. Так закончилась Вторая мировая война для меня и моих боевых товарищей. А теперь кратенько настоящему. Самое заветное мое желание, это чтобы эта проклятая война в Донбассе скорее закончилась. И чтобы был дан салют со многих видов оружия в честь ее окончания. С надеждой так и будет. Добрый день, дорогие жители нашего города, этого маленького микрорайона. Добрый день, дорогой Федор Иванович. Федор Иванович Брынцев. Наверное, здесь ваши присутствуют соседи, которые вас знают, но мы приехавшие, мы не знаем и немножко расскажем о вас, о вашей истории, хотя вы уже нам рассказали историю очень интересную, вы легенда. Участник боевых действий, инвалид Великой Отечественной войны. Родились вы в Харьковской области в селе Глазуновка. Окончили 9 классов и в 44 году были призваны в армию. В годы Великой Отечественной войны вы служили в 36-м отдельном артиллерийском дивизионе 228-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Неоднократно проявляя мужество и отвагу, прошли через все тяготы войны. Освобождали Румынию, Венгрию, Австрию. Великую победу Федор Брынцев встретил в Вене. Вплоть до 47-го года проходил воинскую службу в Венгрии. После переехал в Сталино, то есть наш Донецк, где поступил на обучение металлургический техникум. После окончания обучения по распределению попал в Горловку, где трудился на Горловском коксохимическом заводе до самой пенсии. Имеет заслуженные награды: орден Отечественной войны и степень
первой степени, орден за мужество, медаль за взятие Будапешта. Дорогой Федор Иванович, мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем вам еще долгих лет жизни, здравого ума, так как он у вас есть. Пожелать вам, и, конечно же, в первую очередь здоровья, крепкого здоровья, терпения. И, конечно же, чтобы вы дождались нашу новую победу, чтобы закончилась эта проклятая война, как вы сказали, и все у нас было хорошо. Мы жили дружно, радостно, весело и дарили людям тепло и счастье. С праздником вас, дорогой Федор Иванович, и наш первый музыкальный подарок для вас. Встречайте, для вас поет Игорь Гаврилюк. Соотечественники, Федор Иванович, низкий поклон вам. Дай Бог здоровья. Всех с Днем Победы, счастья, мира, любви. Здравствовать как можно дольше. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Залей тепло наших улиц, опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель. Пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как старый я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец и ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой. Днем Победы! На плече твоем на заре лежат, о любви считать ночью вечнею, сыновей рожать, дочерей рожать, исполнять свое дело. Да воюй, родной, да терпи.
за нас спиной. Все у нас поровну. Где-то много или мало, 18 весен было и не стало. Одиночный выстрел, будто чья-то шалость. Закружились мысли, все, что и осталось. Облаком по небу, землей по небу, там, где я когда-то был, и там, где не был, без вести пропавших, высота скрывая, нам к земле поближе. Спасибо вам за все. Мы, как молодое поколение, обещаем вам, что никогда не забудем эту победу. Тишина, на душе пустота. Все дымки исчезли, родные места. На войну, но как тени веков.
остаются навеки в далекой земле. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. Догорают под звездным покровом мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и поется молитва: спаси, сохрани. И послышатся крики: верни мне, верни. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. И сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричат: возвращайся домой, домой. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричать. Спасибо вам еще раз, низкий поклон. Федор Иванович, пусть эта песня будет посвящена вашим друзьям, с которыми вы воевали и которые погибли, к сожалению. Пусть это будет в память тех, кто ушел в той великой войне. Нет, для тебя придет весна, не для тебя Дон разольется. Забьется с восторгом чувств. Не для тебя, не для тебя цветут сады, в долине роща расцветает. Там соловей весну встречает, он будет петь. Не для тебя, не для тебя журчат ручьи, бегут алмазными струями. Там, где с черными бровями она растет, не для тебя. И слезы горькие прольются, такая жизнь не для тебя, а для тебя кусок свинца, он в тело белое вобьется. Слезы горькие прольются, такая жизнь.
Отцов, всех военных, трудящихся тыла. Поздравляем проливших за Родину кровь и отдавших последние силы. Соболезнуем павшим, им память навек и на все времена в нашем сердце. Поздравляем с победой сегодня и тех, кто в числе неизвестных пропавших. Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас. Вас заботами пусть окружают ваши правнуки, внуки и сыновья, и все те, кто вас любят и знают. И давайте будем жить. Можно отнять жизнь. Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому нет, 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 нет.
не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа невыносимо. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я будто в больнице смотрел в глаза, смотрел прямо в лица. Уныние ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже? Ты можешь так, но чем ты хуже? Хватайся за шанс своими руками, меняй свою жизнь, здесь с нами. Тут родилась, мы как бы так немножко пообщались там за кулисами в нашем. Сделали вывод, что у нас сегодня такие какие-то все такие грустные песни, ни Катюши, ни Смуглянки. И мы решили чисто экспромтом исполнить для вас Катюшу. И чтобы все вместе с нами пели, потому что эту песню знают все. Июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. По тем огромнейшим разрушениям, по тем злодеяниям, которые творили фашисты на нашей земле, это была страшная война за всю историю человечества. Свыше 20 миллионов наших воинов погибло в этой войне. А сколько пропало без вести?
А сколько миллионов искалеченных судеб не счесть. Это была страшная война. Вечная память воинам, павшим в боях за нашу великую Родину. Слава, слава вашим дедам и прадедам, которые возвратились домой с победой над фашистами. Вместе со своим народом восстановили и отстроили народное хозяйство, дали жизнь новому поколению наших граждан, но не дожили до наших дней. Еще раз питаю вас с великим святом День Перемоги. И благодарю вас за такой замечательный концерт в память тех, которых нет с нами и которые еще, ну, Общие фотографии с Фёдором Ивановичем. День Победы! День Победы! День Победы!